Молодость не имеет возраста. Она или есть, или ее нет. Если ее нет, то у молодого ее тоже нет. Если она есть, то она еще присутствует у старого. Потому что это внутреннее состояние человека. Если есть бодрость, если есть энергия, если есть энтузиазм, то есть молодость. Творческий процесс очень загадочен, прежде всего для того, кто сам творит. Иногда вы сами не понимаете, откуда вы это знаете, откуда вы это умеете, откуда это к вам пришло. И где-то в закоулках памяти он хранился и другой раз даже развивался и уже возвращается к сознанию уже в каком-то развитом, облагороженном виде. 1924 год. Большой театр. На этой сцене недавний ученик Александра Горского Игорь Моисеев станцевал свыше 10 сольных партий, в том числе и в новаторских постановках Касьяна Голизовского. Здесь ему довелось быть партнером знаменитой Екатерины Гельцер. И здесь же, в 24 года, Игорь Моисеев стал балетмейстером. 75 лет служения делу, которое ты любишь, это редкая дата. Потому что здесь соединилось все. И уровень, и мастер, и одухотворенность, и долголетие. Все рождается в России, все гениальные вещи аккумулируются, а потом разносятся по всему миру. Вот это один из тех людей, которые родил здесь нечто. Для меня Игорь Моисеев – это эпоха. Каждая новая программа – это для меня счастье. На сцену приглашается заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации, руководитель протокола президента Российской Федерации Шевченко Владимир Николаевич. Уважаемый Игорь Александрович, от души поздравляю вас с замечательным юбилеем, 75-летием творческой деятельности. Выдающийся представитель отечественной культуры, вы внесли заметный вклад в развитие хореографического искусства. Вся ваша долгая творческая жизнь неразрывно связана с государственным академическим ансамблем народного танца. Основатель и бессменный руководитель этого прославленного коллектива, вы открыли новые художественные возможности танца, создали множество хореографических шедевров. Желаю вам, уважаемый Игорь Александрович, доброго здоровья, благополучия, творческого долголетия. Президент Российской Федерации Борис Николаевич Ельцин. На сцену приглашается министр культуры Российской Федерации Владимир Егоров. Дорогой Игорь Александрович, позвольте зачитать приветствие председателя правительства Российской Федерации Сергея Вадимовича Степашина. Дорогой Игорь Александрович, примите искренне сердечные поздравления правительства Российской Федерации по случаю 75-летия вашей творческой деятельности. Пройденный вами путь является высоким образцом жизни в искусстве. Ваше творчество неотделимо от истории страны, в которой вы родились и служению которой посвятили себя. Поистине неоценим ваш вклад в развитие хореографии. Низкий поклон вам, дорогой Игорь Александрович, за ваш труд, доброго вам здоровья и благополучия. С глубоким уважением, председатель правительства Российской Федерации Сергей Степашин. Министерство культуры сделало все, чтобы, как мы и договаривались несколько месяцев назад, осуществлен проект, и к началу нового танцевально-концертного сезона все репетиционные залы, так называемые служебные помещения, гримерные, раздевалки и, извините, даже души будут отремонтированы таким образом, что это будет достойно ансамбля Игоря Александровича Моисеева.
глубоко признателен и благодарен за высокую оценку моей деятельности, в первую очередь нашего президента Бориса Николаевича, наше правительство, Министерство культуры, правительство Москвы и лично Юрия Михайловича Лужкова, который по... Я обещаю, что коллектив народного танца, который до сих пор еще держится на плаву, благодаря огромным усилиям и проявленной энергии для того, чтобы сохранить свою живучесть. И впредь будет делать все для того, чтобы не снижать уровень своего места в искусстве. Спасибо вам. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Юрий Михайлович Лужков и председатель Московской городской думы Владимир Бахтомов. Игорь Александрович, я хочу здесь при всех объявить, что вы занесены в книгу Гиннесса. Это уникальное явление в мире. Игорь Александрович, дорогие друзья, я хочу объявить о том, что в книгу Гиннесса занесен государственный академический ансамбль народного танца. Это впервые в мире. Игорь Александрович, я хочу пожелать вам обязательно всего того, что мы желаем в юбилей самому близкому и самому дорогому человеку. А всем, кто сегодня пришел на это торжество, я хочу пожелать только одно – чтобы Игорь Александрович был с нами всегда. Я уверен, что мы сегодня оказались во многих уголках мира. И когда вы бываете там, то там появляются новые почитатели ваших талантов. Там появляются люди, которые любят Россию. От имени своих коллег, депутатов Московской городской думы, я говорю вам огромнейшее спасибо за все, что вы сделали, за что вы делаете сейчас, и за то, что вы еще сделаете. Огромных вам успехов. Это скромный подарок Московской городской думы. Танцовщик 20 века, гордость балета России, ныне директор и художественный руководитель Большого театра России Владимир Васильев. И заслуженный артист России Владимир Моисеев. Массивы произведений Александра Николаевича с неповторимым очарованием использованы в знаменитых жанровых сценках Игоря Моисеева из цикла «Картинки прошлого». Любимый, великий Игорь Александрович, 700 человек работников Малого театра желают вам счастья, конечно, здоровья. Ваш талант велик. Сил хватит еще не на один коллектив, мы так подумали. И решили, поскольку вы еще не пробовали свои силы в драматическом искусстве, просить вас прийти в наш коллектив
А чтобы вы не отказывались, мы выписали уже удостоверение под номером 1 и вручаем его вам с большим удовольствием. Легким шагом, неслышной плавной поступью на сцену вплывает колонна женского батальона, ансамбль «Березка». Второй. Полвека. 50. И за плечами Игоря дружина. Какие виртуозные картины он создавал. Но годы все летят. И в вальсе третьем, в 75, не перестал всех изумлять. Но рано подводить итог. Немало впереди дорог. Взрастили не одно бы поколение, и короля танцует окружение. Вас называют мастер вдохновения, маэстро вечное движение. Дорогие Игорь Александрович, Ирина Алексеевна, примите, пожалуйста, этот пирог. Вкус в вашей семье. В каждой семье вашего талантливейшего коллектива на столе всегда имеется хлеб наш насущный. В колонии поздравляющих нашего дорогого юбиляра на сцене зала Чайковского появляется Министерство иностранных дел России, замминистра Александр Авдеев. Уважаемый Игорь Александрович, наш небольшой скромный цех дипломатов считает вас выдающимся послом. Послом великой России, послом великих талантов нашей страны, послом души и послом гения российского искусства. Игорь Александрович,
Через наше посольство в Риме итальянская академия танца передала вам также свой сувенир к этому юбилею. Это чудная статуэтка танцора. Я боюсь ее раскрыть, поскольку коробка сложная, но я вам ее вручаю так. Спасибо. В ликующие колонны участников парада вливается театр «Кремлевский балет». Сцену академически выверена, в строгой классической манере, твердой поступью вступает сводная академическая колонна в лице народного артиста Советского Союза Николая Петрова и вице-президента Академии Евгения Зевина, народная артистка Советского Союза Элина Быстрицкая, писатель Фазиль Искандер, композитор и исполнитель Сергей Никитин. На вашем 90-летии я пожелал вам, Игорь Александрович, жить столько, сколько вы сами захотите. Я сделал большую ошибку. Вы не можете жить столько, сколько вы захотите. Вы должны жить столько, сколько будем хотеть мы все. А мы хотим, чтобы вы... А мы хотим, Игорь Александрович, чтобы вы были всегда. И ваше имя вписано золотыми буквами в скрижали мирового искусства, мировой культуры. Мы очень горды, что вы дали согласие и что вы являетесь членом нашей Академии Российского Искусства. Текст очень короткий, мы знали, что сегодня будет очень много слов замечательных. Просто за выдающиеся достижения и огромный вклад в деле развития российской культуры Академия Российского Искусства имеет честь наградить почетной медалью Академии Российского Искусства Моисеева Игоря Александровича. Вот она, Игорь Александрович. Я полагаю, на вопрос, драматический вопрос, ликур искусства, лекарство от жизни или лекарство для жизни, ваше искусство – лекарство и от жизни, и для жизни. Порекомендовал хотя бы раз в неделю показывать ваш ансамбль по телевидению. Это поднимет дух народа. Я хочу сказать вам, дорогие, словами поэта. Мы... Каковые лошади азарта? На нас еще немало ставят карт, и, может быть, мы тяжко рухнем завтра. Но это завтра, а сейчас азарт. Я хочу подарить эти цветы другу, соратнику Игоря Александровича и его любимой жене, которую я бесконечно уважаю. Ирина Александровна, примите, пожалуйста. Thank you.
увидаем. 75 рукоплещет петля. Петр Тодоровский, Сергей Никитин. На сцену зала Чайковского выходит президент Союза ректоров высших учебных заведений России, ректор МГУ, академик Виктор Антонович Садовничий. Дорогой Игорь Александрович, в России 5 миллионов студентов и 30 миллионов молодых девушек. И вот все они в вас влюблены. Поэтому наряду со званием «самый-самый-самый» я могу сказать, что вы человек, в которого влюблено больше всех девушек и молодых людей. Мы знаем еще об одной вашей страсти и слабости. Это игра в шахматы. У меня есть пожелание. Возьмитесь и обыграйте всех, и станьте чемпионом мира по шахматам. Вам это не трудно. На сцену выходят артисты театра имени Евгения Вахтангова. Мало кому известно, дорогие друзья, что в 1926 году Рубен Симолов пригласил молодого артиста Большого театра Игоря Моисеева для постановки пантомимы в комедии «Красавица с острова Люлю». Вот с тех пор артисты театра Вахтангова в прекрасной танцевальной форме. Вооруженных сил Российской Федерации слово для приветствия предоставляется генерал-майору Калите Александру Николаевичу и дважды краснознаменному ордена Красной Звезды академическому ансамблю песни и пляски Российской Армии имени Александрова. Дорогие друзья, нас сегодня объединяет одно – наша единая Родина, единая Россия и единая любовь к прекрасному искусству Игорь Александрович. Игорь Александрович, разрешите от имени Министерства обороны Российской Федерации, от всего российского воинства горячо и сердечно поздравить вас с вашим творческим юбилеем. Oh!
caminito. El camino de mi vida, ¿quién sabrá dónde se encuentra? ¿Quién sabrá dónde se pierde? Por fuera, pa' que no se entere la gente de todo lo que siento. Y todo lo que a mí me pasa, solo me pasa a mí. Y todo lo que a mí me toca, solo me toca a mí. Y todo lo que a mí me pasa, todo lo que a mí me toca, solo me duele a mí. Дорогие и уважаемые зрители, сегодня мне хочется поблагодарить вас и поздравить вас как самых горячих исполнителей сегодняшнего торжества. Большое-большое вам спасибо.